Пару месяцев назад я отправила свои эскизы в НАМ. Они устраивают летний лагерь моды и... Меня приняли! Кажется, это надолго! Надолго! Нужно что-то делать! Нет, не нужно. Как? Вы видели, как она рада? Думаю, нужно поддержать Блайз в погоне за мечтой. Хоть мы и будем очень скучать. Я просто не могу представить магазин без Блайз. Я тоже. Хорошая новость. Блайз уезжает не навсегда. Ура! Плохая новость. Ее не будет все лето. Мечтаешь о любимом деле? Пусть будутся твои мечты. Ну как заранее узнать, в мире счастлив где? Будешь ты за мною, путь ты же выбрал. Маленький зоомагазин. Это нам. Новая академия моды. Где я поступила в летний лагерь дизайна. Лагерь просто шикарный. Здесь меня учат всему, что связано с модой. Вот крой-компания. Общежитие для студентов, где я живу. А вот моя соседка по комнате. Николь Маккена. Она обожает моду. Как видите, модой завалена вся комната. Все это чудесно, но я очень скучаю по родным и друзьям. Пап, я 10-й раз повторяю, я в порядке. Ну а ты как? Только честно. Я в порядке, милая. У меня здесь все в полном порядке. А, пап, у тебя что-то горит? Что? Конечно, нет. Никакого огня. Просто пора заменить батарейки в детекторе дыма. Пока. Я не допущу, чтобы сгорел очередной тостер. Все помнят зажигательные слова, которые сказала Блайз в начале нашей смелой спасательной миссии в большом зоомагазине. Я серьезно, кто-нибудь их помнит, потому что я забыл. Это было восхитительное приключение, потому что с нами была Блайз. Я по ней скучаю. Я тоже. И я тоже, но... Зато Мэдисон с нами! Доброе утро, маленькие звери! Да, она своя в доску! Друзья, пора к веб-камере на утренний сеанс связи с Блайз! Здорово, что миссис Томбли поставила здесь камеру! Теперь Блайз нас видит! Жаль, что мы не видим ее! Ну, Блайз, что скажешь? Мягкие поля или жесткие? Тебе все идет, Маккена. Я знаю, поэтому так трудно выбрать. Федора, ты готова к уроку, Блайз? Я сейчас подойду, только проверю кое-что на компьютере. Всем доброе утро! Я так рада вас видеть! Блайз, ты опять говоришь со зверушками? Что? Нет. Они тебе не ответят. Я знаю. Тогда пойдем. Пора заняться делом. И сеанс окончен. Отдыхаем. Мне все труднее делать счастливое лицо для Блайз. Не знаю, сколько я смогу выносить этот фарс. Я тоже. Я даже не знаю, что такое фарс. Рано или поздно она увидит нас как на ладони и поймет, как нам плохо. Предлагаю держаться подальше от камеры, когда горит красный огонек. Это очень плохая идея. Если мы будем прятаться от камеры, Блайз поймет, что что-то не так. Я здесь. Мода и стиль, они у каждого есть. Много я выучу и много смогу. Как
Как же я рада, что я в вашем кругу. Моды Академия тут. Выкройку создать, к лету подобрать. Моды Академия тут. Как в своих мечтах, шью я не на руках. Образ чуда, безупречный швы. Грандиозный успех, не сомневайтесь вы. Буду я шить, цвета запоминать. Главное, про наперсток не забывать. Лагерь моды, он чудесен, и каждый подтвердит. А я дизайнером известным давно мечтаю быть. Моды Академия тут, здесь важней наряд, все так говорят. Моды Академия тут, ты клянешься шить, жизнь моде посвятить. Моды Академия, моды Академия. Давайте развлечемся, не надо работать весь вечер. Моды Академия, моды Академия. Ну, можно отложить, вам молока налить. Моды Академия. По школе я скучать, скоро начну опять. Моды Академия тут, моды Академия тут. Как от моды и устают. В начале 90-х годов появились красители на основе каменно-угольной смолы, называемые... Кто знает? Кто-нибудь? Новые красители. Кто-нибудь? Индантрены. Индантрены. Припоминаю забавную историю о юноше, который случайно... Миссис Томбли, вы купили микроавтобус? Зачем? Ну, как это зачем? Для наших покупателей, в том числе и будущих. Я могу забрать животных, привезти их, доставить корм, ну, или что-нибудь еще. Вы это слышали? О-о, вроде слышали. Я случайно налил воду себе в ухо. Миссис Томбли не сидит на месте. То есть, если клиент закажет доставку, она все привезет. Точно! Только мы здесь при чем? Нужно только придумать, как сделать заказ у миссис Томбли. На доставку чего-нибудь. Или кого-нибудь. Из школы Блайз. И причину, почему ей придется взять нас. И мы обязательно увидимся с Блайз. Проще простого. Что? Не могут же все прятаться от камеры. Рассел прав. Пенни Линк, на выход. Я? И как мне это сделать? О, Сунил, ты вытряхнул у меня из уха воду, когда залез мне на голову. Но теперь оно чешется. Нужно почесать. Винни, прекрати! Очень чешется. Никого. Очень странно. Ну все, хватит. Пора что-то устроить, чтобы миссис Томбли отвезла нас к Блайз немедленно. И поэтому шляпа мой самый любимый аксессуар. Ух ты! Ух ты! А давайте что-нибудь сделаем. Погуляем, например, или, может, поиграем. Давайте немного отдохнем от моды. Блайз, ты такая забавная. Я ей всегда так говорю. Итак, шляпки. О, сообщение. Мы на Зенни Айленд на супертурбогорках скучаем по тебе. Я на сайте маленького зооавтобуса. Сделаем заказ на доставку питомца и вернемся в ясли, пока нас не хватились. Так, что здесь, семя животного? Есть! Местонахождение. Новая академия моды. Итак, адрес доставки... Маленький зооясли. О, добавь! Там, где славные зверушки, а сконсик самый лучший. О, и мангуст. Не забудь написать про мангуста. Это же не настоящий заказ, так не все ли равно? Нет, мне совсем не все равно. А, ладно.
В ясли, где веселый скунс и мангуст. Красивый мангуст. Красивый мангуст. Теперь впишу особые инструкции. И... отправлено. Потрясающе. Что, мы придумали такой шикарный план? Нет, что ты все напечатал своими пальчиками. Помните, ребята, вы придумаете многоцелевой аксессуар. Мне нужен образ плюс назначение. О, это замечательно, Блайз. Расскажи мне. Да, мисс Вестеркэмп, это рюкзак, в котором носят не только вещи. Здесь есть небольшое отделение для домашнего животного. Замечательно, Блайз. Уникальная вещь. Пожалуй, что из тебя получится отличный модельер. Да, молодец, Блайз. А ты не поможешь мне со шляпкой? Конечно, Маккена. Но сначала мне нужно позвонить. Алло, маленький зоомагазин. Я Мэдисон, временный продавец. Чем могу помочь? А, привет, Мэдисон. Это Блайз. Кто? Девочка, которую ты сейчас заменяешь. А, Блайз! Как самочувствие? Я понимаю, почему ты заболела. Тут повсюду шерсть, чешуя и всякая другая гадость. Я не болею. И нет там никакой гадости. Миссис Томбли рядом? О, извини, она сейчас занята, но я скажу, что ты звонила. Подожди. Вообще-то я звоню насчет зверушек. Они в порядке? Вроде бы. Я не часто к ним захожу. Там противно. Опять ей противно. У меня много работы по магазину. У меня пора. Пока, Блайз. Поправляйся. Нет, не клади трубку. Да что с ней такое? Смотри, Рассел. Мэдисон читает что-то на компьютере. Наверное, твое письмо. О, пришла миссис Томбли. Шш, слушаем. Миссис Томбли, у нас заказ на доставку зооавтобусом из новой академии моды. Новая академия моды? Там наша Блайз. О, значит, там хорошие врачи. Хорошие врачи? С этой девочкой что-то не так. Блайз сейчас находится в лагере моды. И туда же моя первая доставка. Какая удача! Я смогу ее повидать. Так, что тут у нас? Особые инструкции. Привезите, пожалуйста, и других зверей, чтобы малыш не нервничал. Как бы я хотела увидеть вас. Лагерь моды, внимание! Те из вас, кто соскучился по дому, записывайтесь в поездку в Даунтаун-Сити. Автобус отправляется завтра утром. Раз нужно успокоить гостя, я возьму всех питомцев, и мы здорово повеселимся. Да ну! Ну да. Наш план сработал. Мы едем на встречу с Блайз. Я запишусь. Я поеду домой. Ура! Итак, мы едем в Академию моды за нашим первым клиентом-питомцем. И мы увидимся с Блайз. Лучше не бывает. Вот так, Зоуи. Скок, как щенок в носок. Миссис Ти, готовы к первой доставке? Готова, как майский жук в июне. Хотя сама не понимаю, что это значит. Жаль, что вы сегодня работаете. Я обниму за вас, Блайз. Всего доброго и до скорого! Оставайтесь, не увлекайтесь! Блайз, ты убежала? Я не успела спросить. Какая? Ковбойская или котелок? Тебе они идут. Я знаю, поэтому так трудно выбрать. Помни, скоро обязательная лекция. История клетчатой ткани. Ух ты! Пока, Маккена! Вы славные тараторки. Уверена, вы просите миссис Томбли спеть вам. Я не просил, а ты? Не. Ладно, начинаем. 99 пачек кормов, 99. Продам я одну без лишних слов. Пачку собачьих кормов, да. 98 пачек кормов, 98. Клеточки, мода. Посмотрю вокруг, повсюду роскошь и стиль. И на это смотреть мне не хватает сил.
Сколько бы я ни подбирала цвет, но снова с таблицей совпадения нет. Моды Академия, Моды Академия. Рисунок, силуэт, опять кривой жакет. Моды Академия, Моды Академия. Я словно рыбка в сетях, уже темнеет в глазах. Моды Академия, Моды Академия, Моды Академия, Моды Академия. Одна последняя пачка кормов, одна последняя. Продам я одну без лишних слов, последнюю пачку кормов, да. Слышали? Пачки кончились. Пустая полка и нет кормов, пустая полка. Я закажу у поставщиков кучу собачьих кормов, да. 99 пачек кормов, 99. Продам я одну без лишних слов, пачку собачьих кормов, да. 98 пачек кормов. Что, Зои, хочешь размять ножки? Я тоже. Лапки потянуть и ушки заткнуть. Надеюсь, вы закончили все свои дела. Следующая остановка – НАМ. Вот, наверное, Блайз удивится. Вот все удивятся, когда увидят меня. Привет, чем могу помочь? Мэдисон, это я. Блайз! О, Блайз! Тебе, кажется, полегчало? Все нормально. Я приехала повидаться со всеми. Где питомцы? Миссис Томбли взяла их в автобус, чтобы забрать нового клиента. Они скоро вернутся? Я не знаю. А долго добираться в НАМ? Нам? Что за вопрос? Они туда поехали и хотели там повидаться... Ой, с тобой! Сюрприз! Ты что, шутишь? Да, часто, но сейчас нет. Так, надо найти папу. Его нет дома. На нем была форма пилота, так что он пошел, наверное, на работу или на маскарад. А, это ужасно! Молодой человек, мне нужно забрать питомца. Ее имя... Так вот, Анна Ванна. Боюсь, вас разыграли, мэм. Здесь нет никаких домашних животных. Только люди. О, я стала жертвой шутки какого-то модного школьника. О, ну хорошо, тогда можно увидеть Блайз Бакстер? Она точно человек. Нельзя. Роджер, а что вы здесь делаете? Хотел сделать сюрприз Блайз. К сожалению, ее здесь нет. Она взяла однодневный отпуск. Что? Вот незадача! Йонгми, это я. Ты в сладких радостях? Подойди, пожалуйста, к окну. Скорее. Ух ты! Что ты здесь делаешь? Я приехала на день, чтобы всех увидеть. Но оказалось, что все поехали в НАМ, чтобы удивить меня. Теперь я не знаю, что делать. Я кое-что придумала. Спасибо, что поехали с нами, Роджер. Я только рад. А теперь, кто хочет услышать историю из детства Блайз? Им, конечно, очень нравится мое пение, но если у вас есть история, можно и так. Здорово!
Когда Блайз было 3 годика, она однажды... 99 кексов везем! 99! А вот на 4-й день рождения Блайз на вечеринке... Смотрите, впереди место для отдыха. Давайте остановимся и разомнем уши, ноги. Тетя Кристи, давайте там остановимся. Извини, Блайз, я выпила огромный смузи перед отъездом. Сладкий фургончик. Блайз! Я рада вас видеть! Я так соскучилась! Блайз, раз мы на полпути от нам, мы подбросим тебя туда после пикника. Послушай, папа. Мне очень понравилось в НАМ. Там здорово, но мне не хватает этого. И я не представляю, какая шляпка больше идет Маккене. Что? Кому? В НАМ я многому научилась, но я не хочу провести лето без друзей и своих любимцев. Можно мне вернуться домой? Конечно, можно, Блайз. Поехали. Папа, ты самый лучший. Пойду скажу зверятам. Вы все это слышали? Я возвращаюсь домой до конца лета! Кажется, зверушки ее понимают. О, так и есть. Несомненно. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».